Бля, что-то я кашу жестко. Потому что я не могу так ориентироваться. Я не понимаю, почему прицел не могу брать. Это скриптовано так? Ну, один патрон. Где? Почему реально... А, вот. Быстро перезаряжаем. Да в воду ты прыгай, ёптарный карась. О, давай. Да, этот почему-то даже сдох, а не тот. До свидания. Оливер, сейчас тебя же заденет, боюсь. Смотрите, у него еще и здоровье восстанавливается. Увидел, гад. Попал. Так. Ну, давайте к бочкам, Рано. Сейчас будет со мной то, давайте. Блин, прыгай в катер. Отлично. Да, полный спотел, ну давай. Ты видишь, у меня здоровье походу не добавляется. О, моя винтовка. Давай. Плыву быстрее. Привет. Спасибо, что спас. Крутые татушки. Где твоя пушка, Оливер? Стрелять дают. Я тяжелый. А мы сделаем сейчас вот так. Хоп. Чувствительность мыши поменяем, и будет все шикарно. Тут у нас резко поворачивается. Круто, что у нас катер всегда прочнее, чем три катера. Че катер там? Полезно, бесполезно, говорю, ребят. Бензобаки, где у этого? Бочки какие-то. Прыгай, да. Правильно. Тот катер, на котором мы ездили к доктору Эрнхарту. Даже не прицеливаться. Не надо, я где-то прицеливаться. На всякий случай. Убил его, блин, карась. Ну-ка. Чёрт, чувак, вертолёт! Да ты меня всё... Вы что, блядь, издеваетесь? Так, это пулемёт для Микса. Он падает! Блин, дети. Просто. Хотя, когда играешь со своего персонажа, прям чувствую взрослый, получилось. Опытный воин такой, а тут... Ты спас меня! Они всерьез взялись за отца! Он едва не отдал им кучу денег! Оли, вас все равно продали бы в рабство, даже с выкупом! Вот дерьмо! Мы охрененно попали, чувак! Не знаю, как я смогу жить! Я тебя знаю, Оли! Ты сильнее, чем думаешь! Пошли, у меня есть где тебя спрятать. Отлично, мы выполнили с вами задание компании. Лиза, Дейзи? Ха, я нашел Оливера. Эй, брат, как я рад вас. Они рады, что ты цел. Меня накрыло, как птицу над горячей плантацией. Что это за место? Это под домом доктора Эрнхарта, видимо. Никто не хочет дунуть, пока я ее не придушил. Я хочу... Эй, погодите немного. Тут просто рай. Джейсон, подойди, когда будет минутка. У меня есть кое-что. Мне тоже нужно кое-что показать. Идем. Привет. Я ставлю крест для Гранта. Спасибо. У меня не было времени. Нужно поговорить. Поговорим. Только не сейчас. Нужно найти Райли. Если с ним что-нибудь случится... Я скучаю. По тебе. А ты ходишь со всем этим оружием, весь в этих странных татуировках. Я не говорю, что тебе не нужно их спасать. Просто я волнуюсь. Ты изменился. Лиза, не бойся. В
впервые я полностью управляю своей жизнью. Я знаю, ты прав. Мне хорошо. Мы так много над этим работали, и еще тебя ждет работа в студии. Я помогала Стиву. Я не хочу говорить о твоих бывших сейчас. Это мой путь, и я сам должен найти его. Ладно, поняла. Ты устал, можем встретиться позже. Я люблю тебя. No problem, my baby. Теперь иди, а то я снова тебя задержу. Давай. Отлично. Задание выполнено. Ой, какая чувствительность. О, нормально. Итак, осколок прошлого. Круто. И нам, по-моему, дали снова 2000 опыта. Насколько я знаю. Насколько я видел только что. Да. Круто. И день. Люблю солнечную погоду. Ну, я имею в виду здесь. Ты? Ну, вообще. Дейтон, я нашел твоего друга, Кита Рэнси. Его купил один из киллеров Хойта. Он сидит... Ваш очень богатый друг. В моих трущобах. Как его зовут? Бак. Новый рецепт спринтер какой-то есть. Ха. Его зовут Бак. Он полный мупс. Че, а в этом как его? В титрах, по-моему, не то немного написали. Перевод. Так, ну что? Тут, по-моему, читать можно. Так. А тут, по-моему, докупиться нам надо, нет? Как вы думаете? Я забыл уже. Боеприпасы, да, 248 гранаты. Отлично. Сколько у нас денег? 2224. Здорово. 4000 всего мы с собой можем носить. Да нам и не нужно больше, кстати, заметили. Угу. Далее смотрим, что у нас. Нам нужно поговорить с Баком каким-то. И, блях, ты куда переть-то? Ну, тут аванпост, видите. Так что мы по-любому сможем туда быстро добраться. Но для начала, во-первых, сейчас, по-моему, нам козел для чего-то нужен. Сейчас глянем по созданию предметов. Я забываю все время. Вот, по-моему, для стрел. Шкура козла. Поэтому сейчас отправимся. Так, дельтаплан. Не будем рисковать. Так, спустимся. Здесь, наверное, прямо спустимся. Осторожненько. Далее вот здесь скатимся. Круто, чё. А, да-да-да, вспомнил. Нам еще же нужно это. Послушайте. Чехлы для оружия. Во, акула, точно. Вот, акула. Акула, наверное, будет последней. Нет, акулу-то я помнил. Я просто думал, какое-то другое животное. Чехлы для оружия. Чтобы мы могли с собой носить этот маленький гранатометик-то. ГМ-90, что ли, или как-то. ГМ-80, не помню. Так, ну что, здесь обычно у нас... Блин, так где у него фотоаппарат в руках исчез? Сейчас вот так посмотрим, нет ли здесь козликов. Так, где они тут ходят-то примерно? Ну, давайте здесь пометим. Горные козли. По-любому куда-то туда бежать. Можно использовать инъектор этот, который чувствует, обостряет. Инстинкт охотника. Ну, давайте используем. Да чё, куда их жалеть? Блях, там кожа козлы, это ни хрена я использовал. Да я говорю, чё жалеть, пофиг вообще. Наверное, да нет, с пулеметом так. Всё, пулемет мощный, поэтому нам даже... Да нам, наверное, одного хватит. Всё, да? Да, отлично. Теперь мы можем... Ой, бляха ты, муха, для мин сделал. Давайте, а где у нас мины-то, что-то я не пойму. У нас и мин-то нету. Где их взять-то хоть? А, подожди, я, кажется, знаю. Сейчас посмотрим. Не то чуть-чуть изготовил. Но все равно, вот, козлов дофига. Вот, для стрел изготовим. Сейчас по-любому... Топир. А, топир это легко. Вот, смотрите. Вот они, эти мины, походу. Это что такое? Мина? А это, подожди, вот это что? Это С4. А, так вот для чего это. Откуда точно? Ну, здорово, мы не пользуемся ими, правда. Так. Все. Далее, куда мы идем? Сейчас посмотрю по карте. Акула, где у нас? Тут рядом она была. Вот здесь акулы. Так, акулы.
сейчас быстренько переместимся так. Вот, далее. И еще. Нам сейчас надо посмотреть, на дельтаплане лучше лететь или тут прям спрыгнуть можно. Ну, сейчас посмотрим. Эх, ну давайте на дельтаплане, думаю. Долетим сейчас вниз туда. Отлично. Круто. И давайте... И прям вниз. В первой части тоже дельтаплан был. 200 метров. Так. А давайте сейчас по XP... А, ну все, уже поздно. Как я не разбился. Ладно. Итак, теперь надо найти акул. Это жопа. Потому что как мы их найдем? Ну, во-первых, лодка нужна желательно. Потому что как? Мы же стрелять в воде-то не можем. Вон там лодка. Ну, это, по-моему, враги. Патруль. Сейчас смотрим. Блин. Ну да, с акулами сложновато, я бы сказал, тягаться. Ну, потому что как бы нет у нас... Так, деньги тоже. Точнее, 10 долларов. Так, блин, ну и вроде это враги. Давайте сюда подходите. Да, это враги, но они нас не видят. Предлагаю встать на камень вот сюда. Так, ну, говорю, они нас не видят. Где ж тут взять-то этот? Может, там где-нибудь лодка есть? Чё-то я нигде не вижу лодки здесь. Ну, а те вообще... Ну... А, вон они. Ну, почему? О, акула! Все. Я так и знал, что они тут у берега плавают. Ну, хотя тут глубоко все равно. Но все равно они так близко к берегу не подплывают. Ладно, неважно. Стоило предположить, да? А, подожди, так изготовить-то я что-то... А, все, могу. Так, усиленный чехол. Изготовить. 4 ствола можно носить. Все, это у нас все прокачано. Теперь нам необходимо сходить в магазин. А, так там еще для чего-то акула нужна. По-моему, для... Там еще акула плавает, если знаешь. Да. Отлично. Сейчас заодно глянем, на что она там нужна нам. Но точно нужна. Сейчас даже снайперская. Да не-не-не, пулемет. Зажал и все. Ну, есть. Надеюсь, эти чуваки не приплывут сейчас на выстрелы. Потому что сейчас они мне точно не нужны. Так, быстро. Ну, пожалуйста. Ну. Все, опоздал. Давай быстрее, выплывай наверх. Быстрее. Отлично, можем изготовить. А, бумажник. Не, подожди, нам что-то еще, по-моему, надо. По-моему, вот это. Не, слушайте, что-то еще вроде бы. Так, тапир. По-моему, кроме бумажника еще что-то должно быть. Неужели нет? Ракетницы, гранатные сумки. Тоже не то. Бумажники, рюкзаки, медицинские. Нет. А, далее, бумажники. Что же еще? Чехлы, полный комплект. Для мин, для горючего, патронажи. Ну, наверное, бумажники. Но, по сути, мне он не нужен. Бумажник, я говорю. Мне казалось, еще для чего-то нам нужно. Хорошо, погнали. Теперь мы можем, кстати говоря, носить с собой больше оружия. Так, сейчас посмотрим. Именно. Это очень круто. Так, где-то здесь сундучок. Вот. 35 долларов. Хорошо. Итак, обращаемся к карте. Сейчас нам необходимо... Так, вот тут у нас... охотника. Гоняем, посмотрим, что это такое. Лучше покажи. Так, они, походу, услышали выстрелы. Где-то тут машина. Прямо идти надо. Или ты, наверное, их можешь... Да.
Ёпта, смотри, сколько там зверей. Сожрали, да? Прям сбор хищников. Что, на машинке сейчас бежим? Это тебе не носорог в четвертой части. Там долбанет, так долбанет. Больше тачка перевернет. Так, как тут все проехать? По этой дороге выйдем, как вы думаете? Я думаю, да. Хотя нет. Да, вот здесь, вот здесь. Даже какое-то озеро, что ли, или... Просто вода. Что-то там наверху есть. Это кусты, блин, вы что, охренели? Это кустик, его раздавить-то. А вот тут, блин, куст не может объехать, это смешно. Так, свиньи нам вроде не нужны, нам кабанчики. Топирчики, по-моему, даже. Повозка чья-то. Так, ну сейчас посмотрим. А тут должны, по сути, не знаю, что тут за задание. Ну, насколько я знаю, это что-то связано с животными. Итак, редкая черная пантера убила местного охотника. Сейчас посмотрим. Наш, на кой нам пантера нужна? По-моему, я не помню. Так, это все бумажники. Нет. Рюкзак. Бессмертный медведь какой-то. Вот. Инъекторы. Черная пантера. Так, $250. Уже предоставленный лук. На учебное задание. Найдите на карте путь. Лук. Но у меня есть-то лук-то. Так-то. Блин, закат уже. Я, конечно, закат тоже люблю, но... Сейчас начнется ночь. К сожалению. Тут вышка, но он... Блях, там далеко переть. И, по-моему, нам сказали, что-то оружие какое-то нам дадут. Интересно, это для каких снадобий касается? Видимо, для обычных снадобий. Целебных, которые... Ну да, у нас вот есть лук. Видите, тут пантера в свое логово занесла. А можно ракетой прям долбануть? Тут, кстати, где-то реликвия есть. Но она, скорее всего, где-то... Вот здесь, наверное. Да, она нас зовет. Оу, е. 250 опыта, круто. Так, ну что? А, еще искать ее надо в область. Ух ты, квадроцикл, да это шикарно. Оп. Я ее слышу. Так, это не пантера. По сути. Да, это леопард. А нам нужна пантера. Подожди, что нам сказали? Вы не взяли оружие? А, наверное, если я вот так сделаю. Да, понятно. Где же она? Я слышу. Вон она, по-моему. Ух ты. Ёпта. Может, через обычную попробовать стрелы? Какого это хрена? На нее не ходить, тоже грозная стрела. Да ёптвое. Чё, не да... Чёрт! Обалдеть! Да я даже не успеваю стрелиться. Она меня сейчас убьет. Наконец-то! Она мне даже не давала стрелу сменить, я не успевал. Ну, почитаем сейчас про тебя. Поговаривают, что у нее, что у черной пантеры бег... Чё? А, что у черной пантеры, бегающей по острову, мех темнее ночи, даже темнее, чем волосы у турков. Темнее, чем пантерам. Итак, отлично, мы выполнили своё задание. Так. Кстати, мы должны были теперь что-то изготовить. Поговорите с Баком. Я знаю, поговорить с Баком. Сейчас посмотрим, что там мы можем изготовить. По-моему, медицинские, да. Так, день. Вот, медицинская сумка. Изготовить. Отлично. Все шикарно. Было есть. Теперь остался топирчик. Это еще изготовить. А, ну все. Просто они опоздали немного. Далее обращаемся к карте снова. Без карты никуда.
Так, куда нам сейчас? Вот сюда. Поэтому... Тут есть топир. Вот, пожалуйста, мы выполнили с вами одно из прикольных, интересных заданий. Дополнительных, как я и обещал, но только там еще, по-моему, охота за головами. Это, видимо, уже что-то связанное с людьми. Боеприпасы. Итак, смотрим. Мина, стрелы, плюс 10. И аптечку мы сейчас изготовим с вами. Так, ой.